Первый международный турнир 2017 года проходит в 50-метровом бассейне Брестского областного центра Олимпийского резерва. За пальму первенства приехали побороться более 250 спортсменов из Беларуси, России, Украины и Молдовы. В результате заинтересован каждый. Победа откроет перед ними двери на 17-й чемпионат мира в Будапеште, Всемирную универсиаду в Тайбэе и чемпионат мира среди юниоров в США. В числе участников спортсмены, чьи имена известны благодаря высоким достижениям. Молодой минский пловец Илья Шиманович, обладатель множества национальных рекордов. Спортсмен привык побеждать, этим можно объяснить его титулы. Чемпион Беларуси, призер чемпионатов мира и Европы. Открытый кубок для пловца – отличная разминка перед непростыми испытаниями. Одну дистанцию, и то это вчера решили заявиться. А так я пока после поправления, так сказать, здоровья, пока готовлюсь к апрелю. Ставки на старт пока не делаю, то есть так, проходящий по тренировкам на старт. Рекордный результат в первый день продемонстрировал чемпион Европы Евгений Цуркин. На квалификационном чемпионате спортсмен покажет стандартную программу. Главная цель – выполнение нормативов во всех дисциплинах. Один из секретов громких успехов именитого пловца – не думать о соперниках. Мой основной конкурент – это время. Есть условное время, которое мне нужно бить. На данный момент это мой главный конкурент. На дорожке смотришь только вперед и надеешься, что впереди тебя никого не будет. На протяжении 4 дней пловцы из разных стран будут бороться за первенство в открытом кубке Беларуси. В числе призеров окажутся лучшие из лучших, кто именно покажет итоги соревнований.